Здравствуйте, Алексей, здравствуйте. Алексей, я посмотрю, вы в джинсах брязненьких, да? Скажите, пожалуйста, это ваши конусы, ваши незаконные конструкции? Алексей, ну что ж вы делаете? Зачем вы препятствуете? Алексей! Он провоцирует меня, я же твою ему ебал, сломаю! Давай, иди давай, сюда, давай. Пошли, что ты, блядь, иди сюда! Пойдем, что заявление? Да просто я так хочу. Ну, блин, там реально воняет. Друзья, меня зовут Вадим Серов. Мы занимаемся общественной деятельностью и оказываем квалифицированную юридическую помощь. Распространите этот сюжет во всех своих социальных сетях. И не забывайте писать комментарии под видео. И если ты еще не подписался на наш канал, то сделай это прямо сейчас. Здравствуйте, Алексей, здравствуйте. Как ваш, ничего? Все нормально. Все хорошо? Замечательно. Это хорошо. Все, будем вам прислушаться, обязательно. Алексей, я посмотрю, вы в джинсах брязненьких, да? Алексей, ваши конусы? Алексей, ваши конусы? Алексей, скажите, пожалуйста, это ваши конусы? Ваши незаконные конструкции? Алексей не хочет разговаривать? Здравствуйте. Здравствуйте. А вы здесь какими судьбами у нас? Сколько полномочной полиции, лейтенант полиции Самарченко. Сообщение сделал даже гражданин по поводу того, что незаконно находятся автомобили на тротуаре. А вы уверены, что это тротуар? Сотрудники ГИБДД в пути уже, сейчас они разберутся. Я понял. Сейчас я отвечу на звонок. Алексей, ну что ж вы делаете? Зачем вы препятствуете? Алексей! Что ты делаешь? Алексей, зачем вы препятствуете? Конус обратно поставь. У тебя права есть? А вы знаете, что у тебя права есть? У тебя есть права? Снимать меня не надо. Вы кто? А вы кто? Алексей, зачем вы препятствуете? Движение, человек. Артем! Алексей, человек просто выехать хотел. Зачем вы мне даете? Конус обратно поставьте, мужчина. Алексей, я гляжу, у вас опять джинсы грязные. Проезду транспортных средств. Можете, пожалуйста, у него документы взять, вернее, объяснение с него взять? Он заехал на тротуаре. Вот мужчина. Вы правы, дорожное движение, знаете? Вот мужчина. Вы сейчас тут не разграничено. Вон тротуар. Зона и вот тротуар. Зона. Здесь можно проезжать. Здесь разгрузка. Здесь разгрузка ведется у бизнес-центра. Здравствуйте. И пусть съезжает. Сейчас объяснение пусть даст. Какое объяснение? Тут зона не разграничена. О каком объяснении речь идет? Можно он пытался выехать. Зачем ему препятствовать? Он просто хотел выехать. Сейчас возьмем подписание с него. И мы его выпустим спокойненько. Это не первый раз. Сами сами. Один здесь обрек однажды. Задели видео все. Видео все. Ну на дело, нечего. Ну что следить, не прав, нет, на камеру. Алексей, это ваши конусы, да? Это ваши конусы? Администрация. Администрация? Вам администрация конусы выделила? Правда. Быстрее бегите туда, а то проеду сейчас машины. Сейчас ваши конусы украду.
Алексей, а чего вы решили, что это тротуар? Грубо. Не знаю. Прощайте. Он направо на инстаграм. Я спрашиваю просто у вас. Я же вас не штрафую. Скажите, пожалуйста, вы когда заезжали, правильно, никаких знаками и разметка вам не запретила сюда заехать, правильно? Никаких нет. А вот заезд, вот заезд. Ну, понятное дело, тут заезд как бы есть. Раз, то второй момент. Вы считаете, что здесь это как прилегающая территория? Вот прилегающая территория, да, вот парковочная. Кто-кто-кто? Один. Кто-кто? Еще раз повторитесь. Я не повторяю по 10 раз. Да я виноват, что под нос себе что-то пробубнили. А я не вам говорю, я комментировал на камеру. Хорошо, комментируйте. И этот еще больше. Пройдите, проезжай, да. Вы препятствуете скорой пожарной. Вы не имеете права. Проезжай. Вы кто? Вы ДПСник? Вы почему запрещаете ему движение? А вы взяли с него объяснение, нет? Да. Отлично. Вам доложат потом, с выставки. С администрации, когда конус им понесете, вам расскажут. Алексей, а вы в курсе, что как бы незаконный конструкт нельзя ставить? Скажите, а вы установили его лично, да? Да. Да. Писал, что писал, нет? Что на подпись не дали? Пояснил то, что просто приехал на работу, работает здесь. Понял. А на подпись не дали? Он уехал. Ну что же там? Надо как-то пожестче на них реагировать, а то они так и будут продолжать. С полиции поступать. Вот так вот. Наплевать. Да, он уехал. Отлично. Участковый начал опрашивать, взял и уехал. Что получилось? Ладно, там ответ будет видели, читали? По поводу чего? Ну, по поводу того, что он здесь тротуар. Пока он говорит, не показывал никто. Ничего вам не показывал? Пока то нет. То есть вы просто объяснение берете, то, что, грубо говоря, здесь тротуар и я все, я не да? беру объяснение здесь тротуар, я беру объяснение то, что поясняет гражданин. Угу. Я понял. С их слов записываю то, что мне поясняют. Потому что было сообщение в полицию. Я должен приехать и разобраться в ситуации. Но вы сами как думаете, здесь тротуар или что? Здесь нет знака парковки, но я думаю, что здесь не тротуар. То есть нет тротуара? Нет. Здесь есть место для парковки. Ну, согласен. Нет знака пешеходная зона или дворовая зона. Полностью с вами согласен. То есть, по сути, как бы невольно, принудительно приходится объяснение брать. Правильно я вас понял? Ну, мы обязаны взять объяснение с места происшествия, либо сообщения любого, какой бы ни было. Угу. А вот вы как считаете, если он переграждает вот дорогу своими конусами, то есть он как бы это его личный же, правильно? Ну это конус его. Но он же их принес же, он ну, встает, конус, двигает. Ну. Вот, как бы это препятствие движению, да. Это как бы незаконно. Это вот какая статья полагается? Это в компетенции ГИБДД, я думаю, сейчас они переедут и разберутся, кто прав, а кто не виноват. В компетенции участковых не входит регулирование дорожного движения. Только объяснение брать, да? Ну, почему объяснение? Есть же статьи кодекса административных нарушений, которые не относятся к дорожному движению. Вот мы и компетенция. Я понял вас. Спасибо. А не подскажете, а что закрыто-то? Это он у Алешеньки, спросите. Он не поставил конус. А что? Кто? Он обычный гражданин. Чего он поставил? Как бы незаконно это на самом деле. Вот на ваш взгляд, как бы это заезд, почему, правильно? Ну, теперь граждане. Разрешили его поставить конус. Да, пришел мне. Сейчас ты едешь в каждый ГИБДД и разберешься, кто поставил конус. Я просто что-то не пойму. Знаков нет, чёрт, я уже тут не так ты видишь.
Правильно, забирайте их. С собой забирайте. Быстрее только, быстрее, а то сейчас прибежит. Все, счастливого пути вам. Зачет. Все, нету конусов. Что он нам сказал? Он сказал, что я вымогатель, что я с кого-то деньги вымогаю прямо на камеру, и все это слушали люди. Я заявление хочу написать. Слушайте, пока вы здесь ерундой занимаетесь, у вас конусы своровали, вы в курсе? Подскажите, я там, сколько помню, я на Ютубе смотрел, да, там вот за загрязнение проезжей части. Можно заявление? Да, можно, конечно. Сейчас я дам вам банк заявление. В порядке, очевидный вопрос. Вот я видел, как вот эти граждане не отпускайте, вот, как сделали вот это. Как тех предыдущих. Я правильно понимаю, что они нарушают закон у вас? Ну, такого, кстати, по АПИ нет, то есть они боятся вытащить кирпичи на... Бросали, ну, тротуар. А здесь вот что ж вы, Алексей? А сейчас мы его в полицию направим. Он стоял рядом. Полицейский? А, сейчас напишем заявление. А номер там есть, все? Да должен. Ну, все, за кражу. Украли конус, Алексей. Контролируй, Артем, когда тебе, ладно? Нет, он раз здесь будет заезжать. Вот там ну, стоит. Ты посмотри, вот так, вот с две стороны, ладно, ладно. Надо срочно те конусы сюда ставить. А вы что смотрели, видели, как конус мои украли, да? Видели что? Видели, как конус украли. А сказал вроде бы этот мой товарищ, что вы видели. Нет, как конус украли. Надо еще заявление сейчас одно напишет. Вот раз. А можете предоставить документы, подтверждающие? Конечно. Алло. Естественно, покажите. Что это? Да. Пойдемте. Без проблем. Вам покажем. Да, да, да. А как будто тут уже конус кто-то своровал, да. Я знаю, да, представляешь, Алёшенька расстроился. Не, ну вы установите лично, да. Только я с вами иду, не вопрос. Да, 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 стоят. Да, слушаю. Все понял. Окей. Давай. А вы ему что-то нахамили, да? Я сказал, у меня знакомый записал на диктофон, как вы с него 1000 рублей взяли за химчистку штанов. Они вон уже грязные. Какая химчистка? Они новые, 1000 не стоили никогда в жизни. Алло. Мам, я сейчас занят. Так, бланки есть у вас, да, заявление? Да, есть, сейчас напишите. Я занят сейчас. Нет, не звонил. Алексей, а что ж вы не переграждаете этому автомобилю? Алексей, а что ж вы этому автомобилю не переграждаете? А он ничего не кидал, ни конус никакие, он спокойно съезжает. Так да, этого автомобиль тоже хотел выехать, вы им не дали проехать. Пойдемте, ответ я покажу. А где написано, что здесь тротуар? Вот тротуар. Куда вам надо? Мне надо припарковаться, мне магазин надо. У меня встреча здесь. А ты почему мне указываешь, где мне ехать? Отойди, пожалуйста. Ну ты, я прошу тебя.
Вы понимаете, в чем дело? Да мне все равно, молодой человек, давайте с вами определимся. Вот это не тротуар. Вот это, ну вот тем более, вот тротуар. Зови сюда полицейских, будем разбираться. Ну что за бред-то, я не понимаю. Вот этот вот мужчина преграждает нам путь. Вот он встал, утверждает, что здесь тротуар. Сейчас мы будем разбираться, почему, по какой причине это тротуар. Вот почему вот этот человек препятствует заезду мне на эту территорию? Я вот хочу припарковаться. Нет, здесь нельзя парковаться. Подождите, Алексей, он утверждает, что это тротуар. Но это не тротуар. Вот тротуар. И это прилегающая территория. Давайте с мамой мы забьем в интернете и посмотрим, чем отличается прилегающая территория от тротуара. Вы со мной здесь нет запрещающих знаков, вы можете парковаться. Вот почему молодой человек стоит и препятствует моему движению? Вы не могли здесь попросить? Здесь нет знака П64. А у нас на многих участках нет здесь знака П. Мы здесь конкретно. Вот, Алексей. Конкретно правильно. Это не значит, что нельзя парковаться, если нет знака П. Я вас очень прошу, скажите. Идет проезжая часть, смотрите. Вот стоят автомобили, да, на проезжей части. Нет знака П. Они припаркованы у автомобиля. А разрешается в один ряд параллельно проезжей части ставить? Так, секундочку, Алексей. По-вашему же нет знака. Знак П должен быть со способом постановки транспортного средства. Посмотрите, если как здесь стоять. Знак, значит, нарушает правила дорожного. Ну, здесь же не параллельно, как минимум, стоят. Раз. Нарушают. Что? Но это не значит, что не есть повод вам запрещать им заезжать сюда. Потому что они не параллельно стоят. Вот, нарушают. Второе. У нас есть официальный ответ, что это тротуар. Мне все равно, что здесь. Знаки какие-то есть. Я знаю, что здесь тротуар. Ну, вы знаете, люди не знают. А мы подсказываем им. А почему я должна вам? Смотрите, верить? Люди ходят. Обратите внимание, давайте привлекать тогда людей к ответственности. Это не поезжая часть. А что это? А что это? Это территория. А где? Давайте, на кадастровом стоит. Пока нет. Покажите документ сейчас. Не стоит. Это тротуар. Сделан незаконно. Хорошо. Сделали незаконно. Нет, речи вы поймите, вот эти бумажки, которые вы мне будете оперировать, это официально тротуар, официально. Вот мне ответ. Ничего не интересует, как водитель думает. Мы для этого и здесь находимся, чтобы им подсказывать. Вот когда она будет. Я понял вашу цель, вашего визита. А эти машины нарушают правила дорожного движения как минимум, если даже вот здесь не тротуар, как они думают. Они должны стоять параллельно. Это не прилегающий, нет такого. Алексей, а почему вы тогда препятствуете проезду автомобилей? Потому что у меня есть официальный ответ, что здесь тротуар. Я вам показываю. Вот официальный ответ. Понимаете? Вам тогда надо будет обращаться не стоять здесь и не пропускать. Ну, это нам решать заявление. А мы пишем. Нет, вы можете здесь стоять. Никакого. Нет. Смотрите, реконструкция уже принята, решение, что будет. Ну почему тогда вы пишете ГИБДД, а не принимаете? А я не знаю. Какой знак? А я не знаю, почему. Решающих знаков. Я не знаю. Место постановки. Это надо к ним. Это надо у них узнать. Нет, букву П здесь нельзя ставить. Потому что я что они хотят сделать? Да, если это тротуар, пусть поставят. Наоборот, смотрите, знаки убрали. Вон, уступите дорогу, висел. Видите, столб. Уступили дорогу и движение только направо. Их убрали, потому что это тротуар. По моему заявлению брали, потому что нельзя на тротуаре никакие знаки не должны ставить. Значит, должен быть знак «Проезд запрещен». На тротуар и так проезд запрещен. На тротуар нельзя. Это на всех тротуарах. Значит, это прилегающая территория, Алексей. На всех тротуарах вы скажите, что должны быть ставить знаки «Проезд запрещен». На тротуар автоматически нельзя заезжать. А прилегающая территория должен быть стоять на кадастровом участке. Эта территория не стоит на кадастровом участке. Если территория стоит, она не разграничена. Как прилегающая территория? Знак же никакой соответствующий не ставится. Не ставится. Ну, правильно. Это во дворе, например. Дворовая территория прилегающая, АЗС прилегающая. Почему люди должны знать, что это не прилегающая? Так мы им объясняем. Ну вы, а как они должны понять, что нельзя заезжать сюда? Мы не привлекаем никого к ответственности. Видите, что мы не привлекаем? Вы не имеете права. Правильно. Мы объясняем людям. Ну вы препятствуете. Вот нет, мы вы препятствуете, Алексей. Потому что это тротуар, тротуаром является. Поэтому мы объясняем. Алексей, вы препятствуете движению. Объяснил? А эти нарушают правила дорожного движения в любом случае. Даже если они ошиблись. Алексей, не путайте кислое с мягким. Вы препятствуете движению, понимаете? Вот в чем проблема. Как будет? Вот мужчина мне мешает заехать. Я имею просто заехать. Вы не могли попросить, чтобы я могла заехать? У нас дети по тротуару. Как он может нас попросить с тротуара отойти? Нет. Это прилегающая территория. Тротуар. Вон кадастру ответственности. Знаки тогда устанавливаются правильно. Ну, я не имею права знать. А что вина девушка?
Так мы ей объясняем. Но она поняла. Нет, но она поняла. Ну, дайте ей уехать, человек. А мы и даем ей отъехать назад. Понимаете, в чем проблема? Он не мы же ее не сзади приперли. А, почему это все? Его бумага на каком основании идет в разрез того, что мы видим. Статья 45, человек. Какая? Уголовным кодексом? Вот. Нет. Какой? Федеративный. А вы в магазин едете? Я хотел, да, у меня встреча, я должна здесь... Кстати, паркуйтесь. Ну, вот мужчина стоит, я его сейчас собью, он скажет, что... На каком основании вы препятствуете? Я стою на тротуаре. За хулиганку, наверное, надо привлечь. Наверное, давайте. А, за стояние на тротуаре, правильно? А с чего вы решили, что это тротуар? Давайте все. Ну и что? Я что, по бумажкам должен ориентироваться, когда еду? А мы вас просто просим. Просите? Да не надо, вы уйдите, вы препятствуете движению. Я что-то не пойму, сами все противоречат сегодня. Да, алло. А вы меня не толкаете? Лучше. В сторону, поделать. Можно? Попросить. А зачем? Кто-то хотел газ какой-то. Что творит? Неадекватный товарищ. Давай, я позвоню. Победились? Я хулиганин, вы все. А зачем? Я к вам не подходил. Что здесь тротуар? Лейтенант, ну что? Вы они вас вызвали, что ли? Знаешь, полицейский, к вам девушка обращается. Попросите, пожалуйста, съехать девушку с тротуара и больше туда не езжать. Отойти от автомобиля, чтобы я могла припарковать. Артем, выезжайте ради бога. Пожалуйста, я вас очень прошу. Вы же имеете таких полномочий, как сотрудник? Я согласно бумаге, которая дала ему управа левобережного района, данная территория является тротуаром. А проезд на тротуар запрещен. Так нет, что... А вы убедились, то, что это бумага настоящая? Да. Только хотела спросить. Может, он ее напечатал? Конечно. Вы знаете, у нас фотошоп творит чудеса. Конечно, я сам все печатаю, здесь нахожусь. Да, скорее всего, можно не отрицать. Думала, что... Девушка, можете там припарковаться? Сейчас назад, знаете, там... А вот я сейчас принципиально хочу туда встать, понимаете? Дело принципа уже. Ну, слушай, ну надо компромисс с этим. Ну, чем мы два принципа сейчас будем упираться? Дело в том, что, понимаете... Вот он машет. Ну он не прав. Ну давайте умнее. Давайте умнее будем. Ну что вы? Ну там место встаньте, потом выйдите, успокойтесь, и они успокоятся. Ну что мы сейчас будем представлять? Ну они так и дальше, понимаете, прецедент был ранее, когда он девушке в глаза брызнул баллончик. Прям он брызнул? Да, ну вот, мужчина. Сейчас дождетесь, ну зачем нам это надо конфликт? Ну человек, он нездоровый. Ну что с него взять? Знаете, хоть чуть дайте, я выйду. Чуть-чуть хотя бы, полметра. А есть доказательства? У него есть, да. Аудиозапись, что вымогал. Я думаю, нормально. Надо запись такую передавать в правоохранительные органы. Я пишу. ПДД же вы знаете, да? Конечно. А у меня вот с вашим коллегой возник спор. Вот скажите, в ПДД же прописано, да, что в цели погрузки-разгрузки, если нет иных путей, да, я могу заехать. Да. Ну, так один магазин, туда люди, в принципе, все с погрузкой-разгрузкой приезжают. Нет, нет, ребят. Не путайте одно с другим. У вас есть накладная нагрузка. Куда поехать? Зачем мне накладная? В чем дело? В чем дело? Что вы делаете? Алексей, вы что, препятствуете? Я сказал, я выйду. Дайте вы нормальный выехать. Человек, нет? Дайте мне выехать. Перед вами человек стоит, оставайтесь на месте. Дайте мне ДТП. Выехать. ДТП, никуда вы не выйдете. Какой ДТП? Наезд на человека вы совершили. Дайте мне выехать, пожалуйста. Пожалуйста, чтобы он прекратил движение, он наезд. Дайте мне выехать. Вот это гражданин. Поехал вперед, пусть прекратит движение. Вот никуда он не выходит, пусть остается на месте и ждет ГИБДД. Бля, вообще неадекватный. Вы только что наезд на человека совершили. Какой наезд не совершил? Он самый простой. Да вы сами прыгнули. Сейчас приедет ГИБДД и разберется с вами. Нет, какой спиной? Он забегает сюда прям. Я спиной прыгаю. Так я не про вас, я про него говорю. Извини, пожалуйста. Ничего, оставайтесь на месте. Оставайтесь на месте, ждите ГАИ. Какой ГАИ? Успокойтесь. Очень простой. Спокойно. Очень простой. Ждите. Я никого не наезжал. Я все зафиксирую на камеру. Давайте ребят, мы... успокойтесь. А вот мужчина тоже пишет. У вас есть съемка? Да, есть съемка. У нас все есть. Вы считаете, что он прыгнул? Прыгал. Вот. Что это такое? Подождите. Секундочку, полицейский. Секундочку, зачем? Не надо. Куда он скрывается? Можете предъявить? Мы требовали, чтобы не скрывался. Иначе 19.3. Что это такое? С чего 19.3? Алексей, это не вам решать. 19.3, не 19.3. Алло.
Да, 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 давай быстрее. Давай быстрее. Быстрее сюда. Вот я ногами разговариваю. Из-за таких, как вы. Вообще не чистая. Какой там номер 900? Это мое, отдайте, пожалуйста. Девушка, отдайте мой бонус. А чего ты решаешь, что ваши вещи? Вы их лично принесли? Да, я лично. Но они ваши или нет? Мои, да. Вы их покупали? Оставьте, пожалуйста. Вы их покупали, Алексей? Мое имущество покупал, да. То есть вы сами согласны, то, что препятствуете? Давайте мы уберем, поставьте, я спокойно. Вот поставлю. Пожарная поедет. Приедет, проедет. Она по ним проедет, ребят. По ним проедет. По ним можно ездить, да? По ним пожарный можно. Да? И пожарный. Скорой. И скорой. Она и полиция. И полиция можно. И полиция можно. А по ним ходить можно? Ну я понял. А где они подписывают, что они ваши? Чек покажите. Чек на оплату покажите. Где документ, что это его? Они что, подписаны или еще что? Вы видели, что они их принесли? Я не видел. Ну и все-то, в чем проблема-то? Чего отбирать? Зачем вы к девушке лезете? Что вы делаете? Что вы делаете? Вы хулиганите? Сотрудник, можете отреагировать? Это ваши права, Майкл. Ну где? Документы. Чек, покажи. Что за хулиганство? Вы мне на ногу встали. Может, они их своровали вообще? Откуда вы знаете? Это хулиганство. А ваши права. А ты, вот я тебе говорю... Отходите! Отходи! Суицидально, отходи! 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 Ты почему препятствуешь? Алексей, а вы почему не препятствуете? Вы почему не препятствуете? Почему не препятствуете, а? Молодые люди, вы бы отошли бы отсюда. Сотрудник полиции, где полицейский? Поли, можно вас на минутку? Дай полицейский! Отреагируйте, уберите их. Вадим, здравствуйте. Сейчас он подойдет. Не надо толкать, не надо. А это что? А что, руки берет? Зачем руки трогать? Отходим. Сейчас сотрудник полиции подойдет. Подойдет, да. Пусть. Подошел. А что ты не встал здесь? Ты же обычно стоишь. Убери, пожалуйста, этих людей на прилегающей территории. Здесь нужно парковаться. Здесь не прилегающие. Значит, привлеките к ответственности этих людей. Да, привлекайте. Опа! Это хулиганство. Хулиганство. Он крадет. Страны, вы гражданин. Вы кто? Товарищ полицейский, сотрудник полиции. Уберите, пожалуйста. Он препятствует движению. Он препятствует движению. Отреагируйте на правила. Вот это тротуар. Это все. Мудак, не мудак. Мудак, не мудак. А я же не могу документ, что это не тротуар. Просто густо нажрано вот стоит. Боб, ты дурак. Лёшка дурак, Лёшка дурак, Лёшка дурак. Зафиксируй, Алексей, зафиксируй, что он препятствует проезду. Зафиксируй непосредственно. Зато он на камеру заработал. Оформится он украл на N4. Видите, как все повернулось. Вот это вот оригинал. Я недавно встречался с главой левобережной управы Бывыкин Юрий Николаевич, знаете такого. Вот что на мой запрос, значит, читаю. Здесь есть как бы прилегающая территория. На мой запрос, значит, рассказываю. Значит, заявление. Прошу вас дать письменный ответ по парковочному пространству магазина «Мир вкуса» по адресу Ленинский проспект, 43А. Является ли это прилегающая территория, в скобочках, парковка, тротуаром? Ответ. Алексей, ну вы знаете кто? Балабол. Объясню почему. Сейчас сотруднику это объясняю. Значит, что отвечает? Объясните.
сейчас сотрудник прочитает. Да, сейчас прочитает. Алешке не показываем, Алешка же не любит же. Пусть иди почитай. Алексей, иди читай. Иди почитай. Аккумулятор съел. Здесь четко указано, что эта территория является гражданской, здесь движение пешеходом и автомобилем. Тротуар, газон! О, Алексей, задави! Задавит! Мне такого ответа не давали. Там просто размыто, там конкретно территория, там не говорите. Здесь конкретно. Какого числа это было ответ вам дали? Через два дня. 28.05 я делал запрос. Так что я могу копию, у меня есть копия. Я могу копию вам предоставить. Пожалуйста, у меня устное пока заявление в отношении этих трех лиц, что они 19.1, 12.35 бонусы выставляют, 12.33, там три состава административных правонарушений. Нужна подготовка специальная. Сначала потренироваться на капот прыгать. Да, новая Яндекс.Такси. Перевозка на капоте. Ой, надо будет вам связаться с Юрием Николаевичем. Вы можете связаться прямо сейчас. Ну зарабатываем он только на камеру. Ну что ему еще делать? А что? Нет, на какую камеру он заработал? Может, он украл. Еще в 90-х. Моего обращения и ответом. Как они мне говорили, что я с 90-х. Ну пойти точно с 90-х. А это не сын делает. Так что у вас есть здесь сейчас полномочия и права на то, чтобы убрать этих граждан отсюда и составить административный материал, вы доставите их в отдел. Я вам об этом заявляю. Гражданин полицейский, а вот молодой человек, на которого он прыгнул, получается, ехал по правилам. То есть он сейчас будет... И вы за ним еще бегали, кстати. Который Том? Да. И вы за ним бегали, кстати. Вы не имели права. Блин, еще одно ДТП едет. Сначала надо в ситуацию разобраться. Я хотел подойти к нему и опросить данного человека. Когда он уезжал? Я же не задерживал его. Ну вы же бежали. Пожалуйста, отреагируйте. Чуть ли под машину выпал из вашего закона требования освободить. Алеша! Прилегаешь территорию. Тихо, он уходит! Теперь у вас полное право есть. Убрать эти личность. Можете пропустить машину? Не, не могу, я на тротуаре стою. Я же на тротуаре нахожусь. Я же вам давал ответы, соответственно, показывал. Ну а почему я должен пропускать? Потому что у меня ответ, что это тротуар. Подписан недавно совсем он. Вот ответ, что нет тротуара. Сейчас наедет на... Вот ответ, что нет тротуара. Нельзя. Ну, у меня есть ответ, что тротуар. А это что нет тротуара? Ну и все, давайте пусть ГАИ тогда разбирается, что это такое. Пока, подождите, не надо. Пусть ГАИ разбирается. Пока ГИБДД не приехала, пусть машина приезжает. Почему? Пусть это является потому тротуаром. Потому что вы не доказали то, что это почему? Тротуар. Я вам два ответа показал, что это тротуар. Вот что нет тротуара. А я вам да два нет, показал. Это ответ прокурора или кого? Это ответ управы. А у меня вы управы Левбережного района. А он не имеет права это делать. Послушайте. Он провел проверку, на основании которой... На какой проверке? Послушайте. Где основание? Сотрудник. Кадастровые карты. Никакого отношения не имеет. А у вас от кого? У меня от управления дорожного хозяйства. Управление дорожным хозяйством только располагает сведениями. Прям вот четко, мне кажется. Управление дорожным хозяйством только располагает соответствующими. Как-то эту ляну нужно уже убаюкать, мне кажется. Понимаете? Делается запрос специально. Посмотрите, сзади какая там пробка. Я не препятствую движению, он заезжает на тротуар. Я бы на вашем месте правда. Почему это вы решили, ну я же вам ответы показывал. Я пока не имею. Ну правильно, давайте на спорную нельзя тогда заезжать, на спорную территорию. Почему? Поехали! Прокат на капоте, блядь! Вы не надо, а то задавит вас. К чему? Зачем? Ты под такую музыку, дедуля, катался прям, блядь. Не, это вот это, знаешь, я прилипла, блядь. Я прилипла, отлипнуть не могу. Алло. Били бедного человека. Ну ты же все снимал, да? Да, я все снимал. Я с дедушкой тоже сбивал. Бывало. Умер вкуса на Ленинском. Тротуар по кадастру идет. Это мой тротуар. Нет.
Имя? Маша, да. I'll be back.